Жила-была прекрасная семья. Муж бизнесмен, жена красавица, придурочные дети. Однажды Коленька, как звали отца, поехал к себе на работу, и его чуть не сбила машина. Вся жизнь пробежала перед глазами. И тогда он понял, что жена у него просто прекрасная. Молча готовит, молча обслуживает, молча рожает детей и нянчит. Решил этот Коленька сделать ей приятное. Он знал, что Леночка любила шампанское с креветками. Он позвонил ей и говорит: «Леночка, родная, никуда не уходи. Я сегодня с работы приду очень рано. Привезу твои любимые улитки и шампанского. И отметим с тобой день любви». Заказал, значит, бизнесмен целый пакет улиток и собрался ехать домой. Подходит к своей машине, Майбаху, смотрит, там уже куча всяких прошмандовок ждут и хотят делать с ним разврат. Он говорит: «Нет, я с вами не поеду. Я люблю свою жену и буду отмечать с ней день любви». Как налетели 15 девушек и 10 парней друзей и утащили в сауну. Ну, как всегда, после первой рюмочки пошла вторая, потом бутылка, потом покурил, что-то такое съел, и у него снесло крышу. Просыпается он в ужасе и смотрит, 4 часа утра, и думает, как теперь отмажется перед любимой женой. Она же обидится, стучится к ней. Дверь открывает жена, которая не спала всю ночь, беспокоилась и ждала своего мужа. И видит она такую картину. От дверей лифта до ее дома в цепочку выстроились какие-то улитки и ползут. А муж стоит над ними и уговаривает: «Ну давайте, поднажмите, парни, полметра осталось». И говорит своей жене: «Вот, родная, твои любимые улитки, я их всю ночь гнал».